Добро пожаловать в Wolfenstein 3D. Мы продолжаем прохождение пятого эпизода. У нас четвертый этаж. И наше прохождение Блацковища продолжается. Так, четыре двери. Понятно. Это уровень. Как он успел вообще? Вообще уровень получается такой у нас весь как бы связанный. У нас получается 4 коридора, кстати, где-то же. Здесь могут быть секреты. Ладно, пойдем, наверное. Пойдем вот отсюда. Какие они шутки там, только входишь, в тебя уже летит. Опа, это мы удачно пришли, вот ключ. Зато заметьте, блестяшек нет. Где блестяшки? А у нас там еще остались патроны? Да. Что у нас здесь еще патроны остались? Будем знать. Так, ну это у нас получается выход опять к началу. Мы уже один взаимосвязанный кусок зачистили, получается. А вот и секрет у нас первый. Блацковище у нас мародер, оказывается. Не просто выбирается из жутких. Это комп Вольфенштейна, он еще и грабит. Конечно, тоже все награбленное. Ни хрена себе. По-моему, в этой комнате тоже секрет. Я, конечно, не верю, но, по-моему, здесь либо два секрета, либо четыре. Комнаты они как бы получаются симметричны всем. Но это тоже у нас получается выход, да, сначала. Нам в принципе остается, наверное, последнее, да? Вот он спрятался. Да, наверное, 4. Так, ну вроде как патронов у нас хватает, да и здоровья тоже. Хватает. Так. Здесь белые, они очень шустрые. По идее, это должен быть последний, наверное. Так, я здесь все посмотрел, да? Сейчас на всякий случай проверим.
кстати, можно... Что я оставил? Он болтскую вещь дает. Ну ладно. Так, сейчас у нас получается последнее. Как раз таки где-то у нас вот здесь... А, вот он выход. А это мы, получается, вернулись, да? Да, все, здесь мы уже были. Ну, по идее, у нас здесь тоже должен быть секрет. Ну, да. 4 секрета. В этом уровне у нас 4 секрета. Сохраняемся.